канун Нового года время подводить итоги и награждать лучших. Детская футбольная лига традиционно провела премию «Первая пятерка», победителем которой стал Алексей Миранчук. Вы знаете, когда первый раз мы объявили эту премию, очень много было скептических таких замечаний, так реплик, что типа, ну, детская футбольная лига, ну, что она значит в большом футболе, если бы добыла премия там РПФЛ, РФС, это было бы да. Но вот с годами, конечно, она обрела большой вес. Посмотрите, сегодня мы представляли всех лауреатов. Ребята, которые прошли и большие клубы, и продолжают играть. То есть у этой премии, конечно, счастливая пята, что я называю. Потому что когда она прикасается к какому-то футболисту, он автоматически растет, самое главное. Вот чего я желаю, безусловно, Леше Миранчуку. Лучшего из лучших выбирали руководители футбольных клубов, тренеры, журналисты, члены РФС и РФПЛ. Поздравить победителя пришел брат Антон, мама Елена, первый тренер ребят Александр Воронков и, конечно, рулевые нашего «Локомотива» Игорь Черевченко и Саркис Оганесян. Мама, тренер и сами братья долго вспоминали и рассказывали всем собравшимся о начале своего футбольного пути, детстве и кумирах. Ну а сама награда по признанию Алексея стала для него приятным сюрпризом. Премия очень круто. Она, значит, для меня, ну, я ее рассчитываю как подтверждение тому, что не стою на месте, двигаюсь, как-то расту и иду вперед. В дальнейшем чего вообще планируешь добиться? Какие премии теперь у тебя на горизонте замаячили? Да никакие. Я даже об этом не думал, если честно. Просто выходил, приносил, как-то старался приносить пользу команде. Ну и вот так хорошо, что так вышло. И в дальнейшем не буду ничего загадывать. Дай бог, чтобы какая-то была, да, но что-то там загадывать не буду ничего.